Совсем недавно в Каспийске была благоустроена территория дороги от улицы Халилова до набережной Первого пляжа. Инициатором реконструкции данного участка выступил депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов при поддержке отца Магомеда Расула и Далгата Расуловых. Помощник мецената Мурат Магомедов поделился, какая именно работа была проведена на этой территории. Было уложено асфальтобетонное покрытие, приведены в порядок тротуары, получается, высажена зелень. Также планируется в будущем установить лавки для отдыха горожан и провести освещение. Данный участок был выбран по причине того, что он является основным проходом к центральному пляжу для людей. А в летнее время их здесь в два раза больше. И большинство горожан, которые проводят свой вечерний отдых, они ходили по этой дороге, и она была не благоустроена. Поэтому Заур Магомед Расулович принял решение благоустроить данный участок дороги. В ближайшее время депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов планирует начать работы по исправлению освещения на улице Советская.